Все мы прекрасно помним актера Алексея Севастьянова, который в 1997 году снялся в фильме «Брат», где он получил роль бандита, работающего на Круглого. А через год Севастьянов уже был капитан-лейтенантом в фильме «Особенности национальной рыбалки». Снявшись еще в нескольких фильмах и сериалах, Алексей решил сменить род деятельности, поэтому перестал сниматься в кино. Кап-3 дали. Наверное, попали куда-то. А то. Я бы удивился, если бы мимо пролетели. И сегодня на канале мы расскажем вам, как сложилась его судьба. В начале 2000 года Алексей Севастьянов стал заниматься предпринимательской деятельностью. Так он сначала возглавил компанию под названием «Союз автотранспортных предприятий» в городе Псков, а в 2006 году начал готовиться к выборам в депутаты и смог победить в 2007 году, попав в областное собрание. Долгое время Алексей занимался поддержкой ветеранов спецназа, спецслужб и МВД и являлся дипломатом фонда. С самого детства актер воспитывался в строгости. Его отец был военнослужащим. После школы Алексей отправился учиться в государственный университет из города Тарту. Получил специальность спортивного врача, затем Севастьянов уехал в Санкт-Петербург, где поступил в Академию театрального искусства, так он и попал в кино. Любовь к спорту у актера появилась в юности. Он занимался футболом и хоккеем. Севастьянов играл в хоккей с шайбой, выиграл несколько турниров, даже был вызван в основную сборную Эстонии по хоккею, несколько раз участвовал в благотворительных матчах по футболу. В 2005 году, благодаря компании «Автоальянс», Алексей смог взять стадион в городе Псков в аренду и стал развивать футбол в регионе. С 2006 года он является президентом Федерации футбола в Пскове и области. На данный момент владеет командой «Псков-747», однако в 2016 году был вынужден объявить себя банкротом. В 2014 году Алексей вернулся к актерскому мастерству, снявшись в фильме «Батальон». В 2016 был в мини-сериале «Стена», а в 2019 получил роль начальника Осокина в сериале «Шторм». По состоянию на 2020 год на счету актера лишь 9 ролей. Несмотря на то, что Алексей Севастьянов не снялся в сотнях кино и сериалов, он не жалеет ни о чем. По словам актера, он привык брать от жизни все. Хочет попробовать себя в разных сферах. Про личную жизнь Алексей не любит рассказывать, однако известно, что он официально женат. У Севастьянова есть взрослый сын, которого зовут Михаил. Он занимается футболом и играет за клуб отца «Псков-747». А на сегодня у нас все, ребята. Ставьте лайки, кому было интересно, и пишите свои комментарии, кто что думает по этому поводу. Самые интересные мы покажем в следующем видео. Всем пока!